В 2013 году в России стартовал проект всеобщей диспансеризации населения. В нашем районе он реализуется с июля прошлого года. За это время обследования прошли 52% населения. Эта цифра могла бы достигнуть и 100%, но, к сожалению, жители не очень хорошо откликаются и не активно участвуют в таком важном деле, хотя следовало бы. Ведь прохождение диспансеризации помогает выявить заболевания на ранних стадиях или вовсе предотвратить их развитие. Программа прохождения диспансеризации продолжается. Профилактическое мероприятие проводится на базе всех муниципальных учреждений здравоохранения района, в том числе и Видновской взрослой поликлиники. На днях кабинет профилактики посетил глава Ленинского района Сергей Кошман и прошел медицинский осмотр. Важная мера, нужная мера, потому что жизнь показывает, что болезни кровообращения, болезни зрение, онкологические заболевания – это все те страшные недуги, которые можно предотвратить. Предотвратить можно, если вовремя и внимательно относиться к своему здоровью. Глава района личным примером показал важность прохождения диспансеризации. Диспансеризация направлена на выявление заболевания, на предупреждение заболевания, и в объем обследования входит все необходимое, чтобы как раз вот выполнить эту задачу. Каждый человек, достигший 21 года, имеет право пройти диспансеризацию с регулярностью раз в 3 года. Это проводится бесплатно. Для этого нужно иметь страховой полис и паспорт. И приходите, пожалуйста, в поликлинике ежедневно. С 8 до 2 работает отделение профилактики. На 4 этаже 63 кабинет. Можно прийти к участковому терапевту. По субботам тоже у нас, в принципе, работает поликлиника, и можно прийти и начать обходить все эти обследования, анализы. Диспансеризация начинается с посещения кабинета медицинской профилактики. Сначала здесь проводится анкетирование для выявления факторов риска развития заболеваний. Затем каждому составляют индивидуальный план обследования с необходимым минимумом. По завершению врач в обязательном порядке проводит профилактическое консультирование. Врачей обойдешь. Всех узнаешь и свое здоровье поддержишь. Очень хорошо. Я думаю, что это надо обязательно проходить. Итоги диспансерного обследования, к сожалению, неутешительные. Выявляется много больных и людей с факторами риска развития заболеваний. Потому сотрудники районного управления здравоохранения призывают всех граждан сознательно отнестись к своему здоровью и пройти диспансеризацию. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.